Привет, меня зовут Юля, и сегодня делаю очень быстрый, легкий дневной макияж косметикой любимейшего бренда Шанель. Вначале наношу микс тональных основ Water Fresh Tint и Vitalumiere Aqua. Покрытие получается очень красивым и натуральным. Добавляю Vitalumiere Aqua под глаза, и так как формула практически без фиксации, можно оставить тон, ну или, например, консилер, дать ему поработать с кожей и потом оттушевать границы. Этот прием я узнала на обучении у топ-визажиста. Жду новые консилеры Шанель, которые должны у них скоро выйти, хочу взять их на обзор. Прошлые у меня уже закончились. Далее прорабатываю брови карандашом. Карандаш почти закончился, и пока что я его не перепокупала. При всей своей любви к Шанель карандаши для бровей стала покупать более бюджетные. Этим же карандашом прорабатываю контур губ. В последнее время полюбила эту технику. Далее наношу помаду Rouge Coco Bloom в оттенке 110 шанс на губы, щеки и чуть на неподвижные веки. Помада обладает небольшой фиксацией, поэтому оттушевываю достаточно быстро. Очень полюбила эту формулу, хочу теперь другие оттенки. Фиксирую все тончайшим слоем пудры. И добавляю румяна в оттенке 330. В принципе, это сейчас не обязательно, но девочки, какой же у них аромат. Нежная роза, чуть припудренная, такая женственная и элегантная.
Из одного только аромата хочется поскорее достать эти румяна и на себя их наносить. И последний штрих – это тушь. Реснички я себе обычно наращиваю заранее сама пучками, где-то на несколько дней. А потом делаю перерыв и совсем их не крашу, поэтому к туши у меня сейчас на самом деле требования минимальные. Вот и все. Тени на каждый день не ношу, иногда бронзер, если есть время. Хайлайтер я в этот раз тоже не наносила, так как румяна чуть сиянимы, и я просто нанесла их на зоны чуть-чуть повыше. Очень быстро. Кому-то такой вариант нравится, кому-то нет. Дело личных предпочтений. Но сейчас я часто делаю себе именно такой мейкап. Либо вместо тона просто точечно наношу консилер, тоже как вариант. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то, пожалуйста, поставьте пальчики вверх. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. И почти в каждом я делаю подарки. Огромное вам спасибо за внимание и поддержку. Всем пока!